В 1986 году Владимиру Ашарину было 18 лет. Он служил срочную службу в 3-й бригаде химической защиты. Тогда, 35 лет назад, 1 мая объявили тревогу, и в Чернобыль отправилось 2000 машин для дезактивации. Владимир работал на скорой помощи. За 2 месяца ездил к самому реактору 53 раза и получил дозу излучения 23,5 рентген. Сегодня он единственный, кто стоит с розами в руках. Мне, наверное, дороже всех это досталось, как я молодой. Я пострадал больше всех, наверное, там по возрасту 18 лет, 19 лет я там отмечал. У меня 18 мая день рождения. На ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году отправилось 2500 рязанцев. Они занимались радиационной разведкой, дезактивированием местности, прокладкой подъездных путей. На плечи солдат-срочников, сержантов, прапорщиков и кадровых офицеров легли и другие задачи. На траурном митинге вспомнили подвиг ликвидаторов, почтили память павших. В мероприятии приняли участие ликвидаторы, их родные, друзья, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и глава региона. Они, по сути, заслали с собой других, но заплатили при этом очень высокую цену. Их героический подвиг достоин того, чтобы о нем помнили и знали все последующие поколения. С момента тех событий прошло 35 лет, но мы не забыли, поскольку память о людях, достойных почтения, для нашего народа священно. Низкий поклон всем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Прокладкой железнодорожных путей занимался рязанский батальон. Мы гордимся своим легендарным железнодорожным батальоном. Не каждая область, не каждый регион, ни в Советском Союзе не может похвастаться. У нас был создан наш чисто рязанский железнодорожный батальон, который выполнил задачу, правительственную задачу, с честью вернулся на родину. Владимир Карев ездил к реактору 22 раза. Он железнодорожник, и его задачей было уложить несколько километров путей. Вечером отдых и с утра по новой. Ну, мировоззрение изменилось, потому что то мирный атом. А мы посмотрели и увидели, что существует другой атом. Судьба каждого ликвидатора достойна отдельного сюжета. Врачи, медсестры, железнодорожники, кадровые офицеры, в толпе стоят обычные люди и в то же время герои. Те, которые предотвратили последствия одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Это моя служба, это мое предназначение. Я офицер, капитан был в то время. Поэтому наша задача хоть в бой, хоть на защиту, хоть на ликвидацию аварии. В день 35-летней годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в Рязани состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятному знаку участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф. В филармонии ветеранам-чернобыльцам вручили награды. Так, участники ликвидации аварии награждены почетным знаком за заслуги перед Рязанской областью, памятным знаком «Благодарность от земли Рязанской», памятным знаком губернатора Рязанской области, памятным нагрудным знаком 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, медалью МЧС России за пропаганду спасательного дела. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».